В том, что с моей точки зрения, я, в общем, это говорил на встрече год назад и лично Владимиру Владимировичу Путину, разговоры о загранпаспорте и так далее, они явно недостаточны. У нас должен быть жесткий визовый режим со странами Средней Азии, желательно еще и за Кавказье. Без визы на территории России находиться должно быть нельзя. Тот, кто находится на территории России без визы, должен автоматически депортироваться к месту своего постоянного проживания. Это жесткая система. Любой гражданин России, который, например, сталкивался там, с шенгенской или тем более с американской или британской визой, обнаружил, что это очень серьезный, очень как бы, качественный барьер. И этот барьер позволил бы нам хотя бы как-то регулировать, хотя бы как-то сократить прибывающий неконтролируемый миграционный поток. Все Филькины грамоты про загранпаспорт, про какую-то справку о знании русского языка, которая там покупается за 5000 рублей, это все попытки закрыть глаза с тем, чтобы всем стало темно. От этого темно никому не станет. То есть в стране должен быть визовый режим с этими регионами, и тогда миграционные потоки станут минимально управляемыми.